Приветствую вас, мои подписчики и зрители. В этом видео мы начнем первый урок, а именно, как научиться играть на гитаре. И самое первое – это правая рука. То есть она является основой всего звука, и научившись играть хорошо правой рукой, вы откроете для себя новое звукоизвлечение или научитесь хоть как-то извлекать звуки. Итак, начнем. Первый урок – это положение правой руки. Для начала просто положение. В этом уроке я покажу, как правильно держать руку именно по классическому, по стандартному канону. Это нужно обязательно для всех новичков. То есть все, кто учится играть на гитаре, сначала должны изучить это. А потом уже в будущем можно и найти свой стиль. Так, начнем. Большой палец, он идет всегда впереди всех трех. То есть большой палец, первый, второй, третий. Четвертый палец на гитаре не играет. Именно не щипает струны. Итак, играем где-то возле резонаторного отверстия, но это уже тонкости. Для начала ставим руку в такое положение. Правильное положение руки – это основа качественного звука. Вот. И теперь о положении. Основное правило. Запястье не провариваем. Нельзя ложить его на деку и играть. Если мы играем именно яркие звуки, то есть запястье держим примерно вот на таком уровне, не слишком провалено. И обязательно самое главное, чтобы большой палец был впереди, а эти три сзади, за ним. То есть положите большой палец на шестую струну, первый на третью, второй на вторую и третий палец на первую струну. Примерно так. Вот. Это смотрится? Они идут друг за другом. Главное, не делайте вот так. То есть, чтобы большой палец не был наравне с другими, или чтобы он не был сзади. Так играть неудобно. И звука качественного с этого никак не выйдет. То есть именно вот такое положение, оно является стандартным. И новичкам рекомендуется сначала научиться играть именно так. Вот и первый урок. Об остальных тонкостях я расскажу в следующих уроках. До новых встреч!